Сроки навигации для маломерных судов определили на Камчатке. С 15 апреля выход на воду разрешат в Елизовском районе, а также в Петропавловске и Вилючинске. С 20 апреля в Алеутском округе, Быстринском, Мильковском, Соболевском, Усть-Большерецком и Усть-Камчатском районах. С 5 мая навигация откроется в Тегильском районе. С 15 мая на водных объектах в поселке Палана и Карагинском районе. С 25 мая в Алюторском и Пеншинском районах. В МЧС напоминают, что до открытия навигации на воду выходить запрещено, так как это опасно для жизни и за нарушение положены штрафы. Прежде чем выйти на воду, необходимо проверить исправность своего маломерного судна и его комплектованность сертифицированными спасательными средствами. На борту должны находиться ракеты бедствия, спасательный конец Александрова. На всех, кто находится в лодке, необходимо надеть спасательные жилеты. Также, прежде чем выйти на воду, нужно провести освидетельствование маломерного судна на годность к плаванию в центре ГИМС. Главное управление МЧС России по Камчатскому краю призывает всех судоводителей быть осторожными на воде. Всегда следует заранее узнавать прогноз погоды, так как у нас она переменчива. Брать с собой запас воды и еды, топлива и теплые вещи. И ни в коем случае не выходить на воду в состоянии алкогольного опьянения. Помните, вода ошибок не прощает. Спасатели напоминают единый номер вызова всех экстренных служб 112. По нему можно звонить бесплатно и круглосуточно с любого устройства мобильной связи, стационарного или спутникового телефона. Вызов возможен из любой точки края, где есть охват оператора в сотовой связи.